Если вы не знаете, как вырастить алиссум из семян, мы готовы поделиться с вами своим опытом. Выращивание алиссума семенным способом предполагает два варианта – рассадный и безрассадный. Как сажать семена алиссума безрассадным способом? Посев алиссума в грунт осуществляют в начале мая на глубину 1,5 см, а когда сплошным ковром появятся всходы, их прореживают. Но в случае весеннего посева алиссума цветение будет запоздалым. Можно посеять семена в ноябре, за зиму они пройдут естественную стратификацию, и весной вы получите крепенькие здоровые всходы, которые вовремя зацветут. Но многие цветоводы предпочитают все-таки рассадный способ размножения, и не напрасно, он надежнее и редко преподносит неприятные сюрпризы. Перед тем, как сеять алиссум на рассаду в марте-апреле, приобретите легкий питательный грунт с небольшим содержанием извести pH 5,5-6,5 и поместите его в рассадный ящик. Затем разложите семена по поверхности грунта, не слишком густо, и слегка присыпьте их такой же почвосмесью, хотя можно этого и не делать, а просто прижать семена к поверхности. Если вы создадите для посевов хорошее освещение, тепличные условия, накрыв их стеклом или пленкой, температурный режим в пределах 10-15 градусов с умеренным увлажнением и проветриванием, прорастание семян можно ожидать через неделю, а то и ранее. Как только у всходов появится первый настоящий лист, подкормите их комплексным удобрением. Перед тем, как пикировать рассаду в отдельные горшочки, дождитесь появления 2-3 настоящих листьев. Хотя если всходы растут быстро, пикировка алиссума может не понадобиться, и сеянцы можно будет высадить прямо в грунт.